наши покупки на сегодня. Такие колготки Капруна взяла в парфюме. Ватные диски. Очень понимаю, этот я люблю. В общем, взяла серию. Пускай будет у меня краску для волос черненькую. Прокладочки. Палочки для ушек. И все. Это вот у меня чек на... А какой что за чек? Я думала, это парфюм. Что за чек? Что это моя цена? А, зефир. А, это магнит. Я бы что брала? Магнит взяла колбасу, хлеб, сметанку и зефир. На 256. И такой горячий шоколад. А что-то с парфюма не знаю. Все, нашла чек с парфюма. Вот. 500 у меня был на 1000. 1000 бонусная. Карта у меня подарочная была. И на 500 рублей еще и набрала. Это я взяла в парфюме. Так, это в Магните. А вот это взяла в Светофоре. Вот такой корм. Полотенце. Здесь паприку, не знаю, попробую для картошечки паприку. Лен и кунжут, так вот, перемешку. Не знаю для чего, но взяла, надо. Вафельки такие, они такие вкусненькие. Вот такой вот салка или что это, свининка. Сейчас борщом поем. Тесто. Говорила, брать не буду, все-таки взяла дрожжевое. Свеку что-нибудь. Рис и какой-то сухой завтрак. И бумагу туалетную. Это наши покупочки. Светофоре, Светофоре, 951 рубль. Какие ценники в Светофоре у нас? Корм сухой 215 рублей. Ну, здесь сколько идет? Не знаю. Кило 900. Так что это наши покупочки все на сегодня. Наша покупка на сегодня. Такой майонез по акции 119 что ли. Смотрю, сколько он стоит. Так, слабо. Да, 119, да. По акции конфетки вот такие. Вот такие взяла. Фишка. Кириешки. Хлебушек. Сосиски. Это такие вот конфетки. В общем, по чеку у меня вышло 465 рублей. Такие ценники. Покупки Магнит у нас. Наша покупка на сегодня вот такое вот масло, яйца. Это в этом красно-белом. Хорошие, крупненькие яички. Яичко-пайки. Наши покупки на сегодня. Наша покупка на сегодня в Магните. Вот курочек взяли, две штуки. За 149 килограмм. Фишечку, молочко. Кирешки. Морковку, лучок. Хлебушек вот такой беленький у нас есть. Сосиски. Конфетки, зубная щетка, ой, паста, жвачка и фасоль. Салатик какой-нибудь придумаем. Так что это покупки у нас на сегодня. Вот такие вот носочки. Так, и сыночки вот такие вот кроссовочки взяли. Тепленькие, чтобы сейчас бегать. Наши покупки на сегодня вот такие сушки, конфетки ярче. Мороженое. Ну, не знаю, как оно называется. Это там, сейчас уберу ее в морозильник. Сметанка, приправка для плова, жучки, червячки, мармелашки, супчик такой, конфетки влажные и сливки. Это наши покупочки на сегодня. Не забываем ставить пальчик вверх и подписываться на канал. Вот такая покупочка у нас на сегодня. И такое вот платьишко, ребят, вообще очень красивое. Потом увидите на мне. Нам уже увидели его с такими разрезиками. Вот такая вот кофточка. Красивенькая. Это Светлана купила для себя. Такую курточку. И джинсики. Джинсики очень клевенькие. Так что это наши покупочки на сегодня. Пальчики вверх не забываем.